трактора, который сейчас нужно обороняться. Какая обводка и передача! И это гол! Очень трудно поверить своим глазам, когда такое происходит. Трибуны ликуют. Отскок не очень удачный. И вот дальше поехал Даниил Гутик к разговору о его руках, к разговору о его умении обыграть. Оп, прошел, отдал. Как он увидел-то Махановского? Как он понял, что Махановский...